Порядка 300 городов и более миллиона участников профсоюзная акция «Мы вместе за Беларусь» продолжает шагать по стране. 10 ноября народно-патриотическую акцию принимал Слуцкий район. Представители Федерации профсоюзов Беларуси и патриотов Беларуси, председатель Слуцкого райисполкома, установили информационную табличку с QR-кодом возле братской могилы воинов в деревне Селище и возложили цветы. Наша профсоюзная акция, которая называется «Народно-патриотическая акция», за предыдущие годы побывала во всех регионах нашей страны, и в ней приняли больше миллиона человек. И неизменным остается главный смысл и суть этой акции. Хотя какие-то изменения за годы были, но самым главным остается и тот смысл и суть, которая как раз заложена в названии «Мы вместе за Беларусь». Потому что мы вместе работаем, мы вместе строим, развиваем нашу страну, делаем ее лучше, мы вместе отвечаем за наше будущее. И надо сказать, что если каждый из нас на своем рабочем месте будет вкладываться в работу, будет ответственно относиться к своей работе и вкладываться в свое дело на 100%, мы абсолютно решим все проблемы. Мы абсолютно решим все задачи и будем дальше жить, самое главное, в нашей мирной стране, и будем делать лучше нашу жизнь и для себя, и для наших детей. Мы здесь в августе месяце, когда посещали сельхозпредприятия, мы договорились по многим вопросам. Там были и профессиональные вопросы, на которые мы уже ответили, и есть вопросы, с которыми мы работаем. И, безусловно, когда мы встречаемся, обсуждаем, у нас у профсоюзов есть главное правило. Если ты пообещал, ты должен 100% сделать то, что ты обещаешь. Тогда возникает и ответственность нужная, и доверие между людьми, между нами, потому что мы слов на ветер не бросаем. И когда мы говорили, мы обсудили многие профессиональные вопросы и пообещали, что мы обязательно в канун Дня сельского хозяйства приедем с нашими известными артистами Беларуси для того, чтобы поздравить, наградить лучших передовиков сельского хозяйства и сказать им огромное спасибо за их труд, за их невероятно сложный, нужный и труд, который дает возможность нам обеспечить нашу страну продовольствием. И надо сказать, что немногие страны могут похвастаться тем, что они себя обеспечивают полностью продовольствием. Мы сегодня приехали поблагодарить за этот труд, насладиться общением, порадоваться искусством наших артистов и просто вместе побыть и отметить в преддверии этого праздника тот праздник, который сегодня как раз и определяет День сельского хозяйства и работу наших аграриев. В рамках патриотической акции для тружеников открытого акционерного общества «Витка Агро» и сельскохозяйственного филиала сыркомбината в Селищанском сельском доме культуры прошло торжественное мероприятие. А предшествовала ему дегустация предприятий перерабатывающей промышленности Слуцкого района. За плодотворную, добросовестную работу, значительный вклад в развитие профсоюзного движения и высокий профессионализм труженикам вручили грамоты, почетные знаки и благодарности Федерации профсоюзов. Приглашаем на сцену для награждения. Это Елена Ивановна Шишко, бригадир производственной бригады в животноводстве открытого акционерного общества «Витка Агро». Профсоюзный знак почета Федерации профсоюзов Беларуси. Таким прекрасным дамам. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие профсоюзного движения, высокий профессионализм, ответственное отношение к своим служебным обязанностям, благодарность Федерации профсоюзов Беларуси объявляется Анатолию Сергеевичу Васильеву, трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства «Витка Агро». Михаил Орда вручил музыкальный инструмент Селищанской детской музыкальной школе искусств, а директору открытого акционерного общества «Козловичи Агро» Сергею Пенезю, председатель Белорусского профсоюза работников АПК Василий Хватик вручил сертификат на приобретение комплекса оборудования по охране труда на сумму 9540 рублей. Благодарности труженикам также вручила председатель Слуцкого районного комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса Татьяна Гурбо. Хозяйственная филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат». Анатолию Михайловичу Стрельцову, водителю автомобиля сельскохозяйственного филиала «Слуцкого сыродельного комбината».
Наталье Павловне Францевич, оператору машинного доения сельскохозяйственного филиала Открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат». Станиславу Ивановичу Пенишу, оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм молочно-товарного комплекса деревни Чаплицы Открытого акционерного общества «Витка Агро». Михаилу Николаевичу Василевичу, оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм молочно-товарного комплекса агрогородка «Октябрь» ОАО «Витка Агро». Сергею Ивановичу Лиску, водителю Открытого акционерного общества «Витка Агро». И Ирине Викторовне Гребеню, бригадиру производственной бригады животноводства товарной фермы агрогородка «Октябрь» ОАО «Витка Агро». А на сцене Селищанского сельского дома культуры выступили звезды белорусской эстрады. Ирина Дорофеева, ансамбль «Белый птах», группа «Бай-Сити», арт-группа «Белорусы», группа «Дрозды».